смесь вот эта арболитная, да? Это просто опилки, ну там песка не было. Опилки с песком и все. Смесь, расскажи, как ты делаешь. А как состав сам делается? Вот это для замешки. У меня получается вот мешок. Ложу я 3 песка, ведро цемента, 7 ведер вот этой штуки. Так, еще раз. 3 песка. 3 песка. 3 воды. 3 воды. 7 штук вот этой. 7 штук вот этой смеси, да. Опилки с, песком. И 75 грамм жидкого стекла и ведро цемента. И ведро цемента, понятно. На одну бетономешалку? Да. Понятно. Это трубы, ну у нас они километры есть, я закупил, все куплю. Это прокур вот стоит. Это вчера залито. А вот это сутки, да? Вот это сутки стоит. Ух ты! Ты скажи, когда началось все это делать? Да вот буквально. Олег. Так ничего себе, Олег, слушай. Так я приехал, он... Олег. Так это можно снимать уже. Олег, это уже... Олег, я приехал, вот, и сказал ему задачу. И вот мы идем. Я же говорю, вот мы идем. И вот мы идем. И вот мы идем. Очень много работы. Паша, крышу все надо было сделать. Это все очень много сделано. Вот я хотел посмотреть как раз. Вот консистенция арболита.